Колбаса и сыр, молоко и мед, хлеб и вода, мясо и рыба. На стендах десятки видов и продуктов разного вкуса и марок. Более 2000 наименований. Но объединяет их одно – все эти товары произведены на Кубани. Вот, например, такие колбаски из рыбы делают в Приморско-Ахтарске. А вот эти расписные медовые пряники – в Геленджике. А такие гамбургеры из натуральных продуктов – в Усть-Лабинске. Они не только вкусные, но и полезные, ведь сделаны из качественных местных продуктов. Выставка кубанских товаров открылась в Сочи сегодня в рамках инфотура. В город-производители приехали со всего края, всего 40 предприятий. Цель – продвижение краевой продукции на местном потребительском рынке. Нам губернатор ставит задачу, что продукция кубанских производителей должна присутствовать в увеличенных объемах везде. Люди едут на отдых, они хотят попробовать что? Кубанское что-то. Сегодня производится в крае порядка 5500 продуктов питания. Кубанских товаров должно стать больше и на полках магазинов, и в санаториях, и гостиницах. Так, в прошлом году им поставили порядка 40 тысяч тонн местных продуктов. Цифра с каждым годом увеличивается на 3-5 тысяч тонн. В том числе и благодаря таким выставкам, где заключаются договоры на поставку. Результатом, допустим, прошлогодней выставки послужили долгосрочные договора поставки у 60 оптовых предприятий нашего края. И мы надеемся, что эта выставка не станет исключением. Выставка в Сочи в преддверии летнего сезона проходит уже 10-й год. Во второй раз в ней участвует и департамент промышленности Кубани. В экспозиции 9 предприятий. Производители текстиля, одежды, бытовой химии. Всего же в крае более 7 тысяч промышленных компаний. Треть из них производят товары для санаторно-курортной отрасли. Сегодня на Кубани идет действует программа под знаком качества «Сделано на Кубани». То есть номинанты этой программы гарантированно выпускают качественный продукт, который конкурентоспособный на российском рынке. Выставка в Сочи – это часть большого краевого инфотура. Подобные ярмарки развернутся во всех курортных городах региона. Финал в Ейске в мае. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.